мои дорогие друзья, с вами я снова, я Даналия, слишком много я, ну и ладно. На днях мне пришла очень хорошая мысль, но пришла она слишком поздно. Так как у нас сейчас в Старстейбл идут задания ежедневные с жеребенком, почему бы не записывать вложики? Маленькие, коротенькие вложики. Ну, может быть, и не маленькие, как пойдет. Вот, но, к сожалению, несколько дней я уже пропустила, потому что мне было плохо, и когда идея пришла, она как бы не сразу пошла на релиз. Вот, так что сегодня у нас уже получается, мы 3 дня уже поухаживали за ребенком, сегодня должен быть 4-й день. Вот, те, кто проходили, знают, те, кто не проходили, скажу, потому что я не снимала. Мы должны были выпустить жеребенка, мы зашли к нему в загон, но ему стало хуже. Нас отправили исследовать место, где паслась его мать, чтобы узнать, может быть, она что-то не то съела, потому что через молоко жеребенок получил какое-то нехорошее вещество. Вот, мы нашли эти цветы, приехали, значит, люди из Дундулы и начали, скажем так, эти цветы избавляться, короче, от них, и поэтому, так как жеребенку опять плохо, мы продолжаем дальше за ним следить. Что у нас сегодня? Убери навоз из загона. Ух ты, первый раз такое. Значит, идем убирать навоз. А, ну да, у нас же жеребенок в загоне гуляет. Хотя вчера я его оставляла в пункте ухода. О, какой качественный навоз. Ну, судя по всему, что жеребенок уже ходит, ему лучше. Вот, пусть он дальше идет на поправку. Нам нужно будет за ним поухаживать еще, значит, несколько дней. Надеюсь, дальше ему точно будет хорошо, никаких проблем уже не будет. Что такое? Покормить жеребенка в пункте ухода. Для выполнения этого действия должна быть в стойле. Ага! Жеребенок теперь может за нами следовать. Классно. Так, а где? А что еще? А что там подсвечивается? Помой жеребенка, почисти и медленно выгули жеребенка по загону. Ну давай мы тебя вначале выгулим, а потом уже с тобой пойдем в пункт ухода. Ухаживать с тобой. Это очень сложно, потому что он вечно идет не туда, куда надо. Так, давай, малыш. Я знаю, что Флеймушка очень быстрый, не зря его в скаковые хочу записать. Да, и серии не получилось с призрачной луной поучаствовать и выигрывать. Может быть, хоть на этом получится. А вообще, я просто сдалась. Просто не очень люблю, на самом деле, чемпионаты, но выигрывать в них хочется. Странный человек. Ой, хорошенький. Так. Давай, доходи до отсюда. Потом мы тебя так развернем медленно, и ты пойдешь сюда. Такой хорошенький, такой маленький. Вообще классно было бы, если бы потом можно было вот во всех этих пунктах ухаживать за лошадьми. То есть, к примеру, там... Ты долго-долго носился на лошади, она у тебя жутко грязная, и ты можешь помыть в пункте, там, где, короче, чистят лошади. Так, малыш, отправить загон, погладить, играть. Давай следовать. Поехали за тетей Дашей и Флеймушкой. И поставим тебя в пункт ухода. Хорошо, что и ворота не закрываются. Пусть это видно только и у тебя, что они открыты, закрыты, но это классно. Это дает много плюсов, к примеру, если что-то снимать. Так, а вот интересно, если я слезу, ты за мной-то самой пойдешь? Да, пойдет. Тинди. Сам только зашел, молодец какой. Так, тебя надо почесать. А, кормить из бутылочки. Дикого господи. Знаете, когда в первый раз увидела вот это вот кормление из бутылочки, я вспомнила игру Беллу Сару. Там тоже нужно было жеребенка а-ля выращивать,
что ли. Ночью его надо было кормить из бутылочки. Сено чистить, такое, укладывать его спать и включать ему колыбельную. Да, к сожалению, я во всю эту игрушку поиграла немало. Там нужно было собирать карточки. Те, кто не знает. Покупать карточки, активировать кодики, и тебе в своей конюшне добавляли с лошади. Ты с ними ничего не мог делать, ты на них не мог ни ездить, ни кататься, ты мог просто за ними ухаживать. Но то, как они сделали оформление ухода... А, кстати, мы же в первый раз чистим же ребенка, мы вроде до этого его только мыли. И заметьте, он теперь ходит сам, то есть его больше Хью не таскает. Теперь сам ходит. Так, тут кто-то уже чистит жеребенка, но мы все равно его почистим. Так, нажимайся! Пена такая еще. Знаете, пена напоминает серия игр тоже на ПК. Типа, мой ласковый щенок, не помню, Pets! Во-во-во, серия игр Pets. О, Хью как раз пришел. Привет, Дарья, кажется, тебе удалось выполнить все ежедневные задания. Давай посмотрим, как идут дела у жеребенка. Сейчас он на дыбы встанет, я прям чую. Жеребенок окреп, теперь ты можешь начать играть с ним в загоне. Вот сколько дней ты уже заботишься об этой лошади. 5 дней? Ну да, сегодня 5-й день. Вот сколько дней тебе еще нужно будет заботиться об этой лошади. Еще 2 дня, то бишь завтра и послезавтра. И надеюсь, что наконец-то послезавтра мы его уже отпустим к матери. Хотя это, если честно, грустно. Готово, на сегодня дела сделаны. Отдохни, возвращайся завтра. Жеребенку все еще нужна твоя помощь. Окей, Хью. Окейушки, окейушки, окейушки. Нам вообще, знаете, жалко будет его отпускать обратно на волю к матери, потому что так привыкли, что тут дитё, такое маленькое дитё, за ним нужен уход, с ним нужно чесать его, гладить, а сейчас еще мы с ним и поиграем. Ну, что делать? Ну вот так вот надо, да. Он дикий. Его нужно маме отдавать. Да, хороший мой. Так, давай погладим. Ой, прикольно. Чешем тебе бочки. А, то есть можно чесать его так бесконечно, пока кнопку отмены серии не нажмем. А фото. Блин, нет. Фото. Да что ж ты глазки? Это у моих кошек начался бесперебес. Это движуха, короче. Не удивляйтесь. Во! Во! И серая стояла бы так вечно. Во! Вот так вот. Так, может, фильтр какой-нибудь? Блин, уйди, а! Кошки мрят. Так. Что тут происходит-то? Так. Да что-то там размякались, кошаки. Фото назовем, так бы и стояла здесь вечность. Ладно, мы тебя нагладились. Я уж думала, сейчас со мной обниматься полезет. Знаете, когда Сирен закидывает на плечи ножки? Давайте играть. Бросить мяч. Ух ты. Ух ты. А поиграть ты только так умеешь, или может быть... Или ты так умеешь вот так вот птю, чтоб звездочка. Блин. Вечно вспоминаю, как во всех мультиках злодеи так и улетают. Классно. Ты у нас теперь так весь из себя общительный. Надеюсь, когда-нибудь можно будет сделать такую функцию, типа... Купи себе же ребенка и вырасти его, и он тебе сразу будет там 10-го левел. Только заботиться о нем нужно будет очень-очень долго, не как в приложении. Так. Кстати, Хью
он сказал, что мы все задания сделали, но все-таки хочется проверить. Да, заданий нет больше на сегодня. Так. Еще одно. Змякались кошаки, вы чё, там вообще что ли? Ну-ка, цыц. Так. Извиняюсь. Кошкам скучно, им нечего делать, их три штуки, но носятся между собой только две. Так, ну что, дела у нашего жеребёночка идут хорошо, все с каждым днем мы к нему все больше и больше привыкаем. Это, конечно, замечательно и очень плохо, потому что потом, когда он со своей матерью убежит за холм, я пущу слезу в надежде, что... Ну, не дай бог, конечно, пусть все лошади на Юрмике будут живы-здоровы, но все-таки хотелось бы еще кого-нибудь, за кем можно было бы поухаживать. В общем, это был первый-пятый день ухода за жеребенком. Так что давайте увидимся завтра, увидимся с нашим жеребенком, будем надеяться, что больше ему не будет плохо, что у нас больше не заболеет, и уже послезавтра мы его выпустим на волю. Всем хорошей игры. Хотела стать недобы, не получилось. Всем хорошего дня, всем хорошей игры. Ухаживайте со своими лошадками, любите их, не забывайте угощать морковкой. Всем пока!